Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Девочки, я соскучилась по вам, честно признаюсь. Я не знаю, что со мной произошло, но я когда уехала в Суку... Давайте так, сразу. Я не беременна. Все живы и здоровы, в том числе и мои хвостатики. Вообще все хорошо, не развожусь. С детьми все хорошо, все, слава богу. Желаю вам того же. Здоровья в первую очередь, и чтобы все было у вас отлично. А пропала я, знаете почему? Вот я не знаю, как это даже объяснить. Можно было, конечно, что-то придумать, соврать. Я извиняюсь, у меня ездит робот-пылесос. Но, честно говоря, я когда уехала в Суку, потом уехал муж, я начала снимать. Я вообще думала, что много что там не снимаю. Но большую часть времени... Я вообще ничего не делала, прикиньте, вообще ничего. И мне так вот, знаете, я в жизни так не отдыхала, потому что когда мы с мужем были, ну, там только познакомились, только поженились, мы там ездили куда-то отдыхать, ну, мы были молодые, всегда хотела, знаете, какого-то движа. Потом появились дети. Мне, кстати, как-то говорили, что с детьми это не отдых. Я могу согласиться с этим вот сейчас, на все 100%. Раньше я говорила, что нет, это все фигня, с детьми тоже можно замечательно отдыхать, но нет, честно. Вот сейчас я отдыхала с детьми, но дети у меня большие. 8 лет и 11,5, почти 12. И вы знаете, девочки, я могу сказать, что я просто вот... Просто отдыхала, ничего не делала. Мы ходили на море, ходили на бассейн и так далее и тому подобное. Потом поехали домой. И я, короче, круто отдохнула. Вот и все. Мне вообще не хотелось ни снимать, ни лазить по соцсетям. Хотя все равно заходила, ВКонтакте я была. Я каждый день себе говорила: Наташа, надо снимать видео. Я говорю, потом такая, ну ладно, завтра, и, короче, пропала. Ну, видимо, очень было необходимо, потому что сейчас, конечно, после такого отдыха, полно энергии, полно идей и так далее. В общем, я тут хочу переделать весь свой огород, весь свой сад, чем тоже начала заниматься. Ну, конечно же, когда я приехала, нужно было приводить в порядок дом, цветы, потому что, ну, я у мамы не просила, чтобы она мне тут, знаете, намывала. И достаточно было моих хвостиков, которые издевались над ней как могли. Взяли ее в плен, можно так сказать. Мне кто-то написал, что это они со стресса так себя вели. На самом деле, мне кажется, нет. Они просто, знаете, поняли, что человек со слабиной и все может им позволить. И поэтому вели себя как хотели вообще. Творили эту всякую дичь. Поэтому еще пришлось их немножечко в чувство приводить. Ну, в общем, как всегда, сразу куча дел, забот и так далее и тому подобное. Так, у меня осталось немного кадров с отдыха, как мы ездили, по-моему, в Абрау, Дюрсо и в Крым. Я вам сейчас их вставлю, кому интересно, посмотрите. И потом я вам покажу покупки из Крыма, и которые я уже совершила, успела совершить, уже приехав сюда домой. Вот, и на самом деле энергии у меня много, так что пропадать больше не буду.
предыдущие кадры с морешком, это было где-то за Анапой, за Витязево, куда-то туда нас муж возил. В общем, не помню, как называется это местечко, но муж там хотел очень побывать. В общем, мы туда ездили. Сейчас мы в Абрау-Дюрсо. На самом деле, все вот эти кадры сняты в начале июня. Была еще не очень такая хорошая погода. Ну как, для Питера вообще отличная погода. Это, конечно же, для юга не очень хорошая. Вот, пасмурно, бывали там дожди, было достаточно, не то чтобы прохладно, ну, там, 22-23 градуса, поэтому народу еще не так много, но мы решили, что как раз-таки пока прохладно, нужно съездить везде, где мы хотели бы побывать, потому что по жаре, согласитесь, достаточно сложно наслаждаться красотой. Вы посмотрите, какие здесь... Я вот вообще, я балдею, какие здесь кактусы растут. Это же вообще... Ну, я очень ценю вот такие вещи, на самом деле, понимаю, что люди вложили сюда свою любовь, и не только, и такие вот очень красивые растения. Это в Абрау-Дюрсо, да, я уже сказала, и на самом деле в Абрау-Дюрсо мы уже с мужем третий раз сюда приезжаем, и с каждым годом здесь, мне кажется, все красивее и красивее. Просто обалденно. Первый раз, когда мы были, в основном из посадок здесь были розы, а сейчас вот все делают более красивым, и сюда просто можно не то, что за алкоголем приезжать, а просто приехать полюбоваться такими красивыми видами. Вы посмотрите, какая красота здесь. Еще такие тучки, да, было достаточно пасмурно, дождя не было, но все равно тут я, малеха растрепанная, без макияжа, но мега довольная, как вы понимаете. Вот, и тут еще... Конечно же, экскурсия на корабликах. Вот кораблик там, как вы видите, плывет. Вот. Но мы экскурсии никакие не брали, просто приехали погулять. Кстати, по поводу покупок, у нас практически весь ассортимент Абрау-Дюрсо продается в магазине «Лента» по тем же ценам. То есть мы там, конечно, купили бутылочку шампанского, думаем, откроем ее как раз на Новый год, но по ценам вот... То же самое все. И поэтому как-то закупать, ну, мы решили, что нет смысла, так как мы еще поедем в Крым. И в Крыму как раз-таки муж у меня хотел взять вино на подарки и так далее, как я уже говорила, да. Поэтому, в общем, едем в Крым. Это уже был другой день, конечно же, по знаменитому Крымскому мосту. Мы едем рано с утра, поэтому здесь, конечно же, мало машин. И да, на въезде и на выезде нужно было проходить, ну как это, контроль, да, контрольно-пропускные пункты, где нужно выходить из машины, осматривают машину, осматривают ваши вещи и так далее. Но мы были без вещей, поэтому вообще долго там не задержались. Мы одним днем, то есть в Крыму мы не останавливались на ночь, а просто, ну как, одним днем, да, приехали, и поздно вечером мы оттуда уехали. Поехали мы не по... Как правильно называется, да, центральная новая трасса, а по серпантину. Очень у меня хотел там побывать муж. Скажу сразу, что вначале мы, конечно же, ехали в полном восторге, такая везде красота, вот эти горы вообще, ну просто море, облака красивые, хорошая погода. В Крыму, кстати, теплее, чем в Анапе. Вот, и такие виды обалденные, еще виноградники там попадались, и, ну, в общем, просто вот природа просто потрясающая. Но под конец нашего пути мы доехали в итоге до Ялты. Конечно, мы не то чтобы устали, а уже вот эта дорога, серпантин этот, это, конечно, было уже просто нечто. Но муж у меня хотел там поездить, он видел много фотографий вот с этих мест, и прямо ему очень-очень хотелось. Он меня любит ездить за рулем, поэтому меня он не пустил за руль, вот, не доверяет мне. Вот, видите, какая дорога. И, ну, в общем, поездил, насладился, но сказал, что больше не поедет. А обратно мы уже ехали по вот этому шоссе, да, не помню, как оно называется. Ну, в общем, новая трасса, которая сделана, которая выходит прямо на Крымский мост.
Вот, и по ней мы уже там по времени поменьше, конечно же, ехать. И... Но и виды уже немного другие, уже нет таких красивых. Такой красивый, я не знаю, какой-то вот особенной природы, которая здесь, в Крыму. Я бы, на самом деле, с удовольствием вернулась бы в Крым и отдохнула бы, ну, в каком-то городе, просто покаталась бы по самому Крыму, посмотрела бы на все. В общем, здесь, конечно, очень красиво. Вот. Ну и, в общем, мы едем в Ялту. По поводу Ялты. Ялта – это вообще, мне кажется, вот как раз здесь мы уже в Ялте, ближе к вечеру, как вы видите. Очень красивая набережная. Но вообще сама Ялта, некоторые дома, архитектура, скажем так, очень схожа с Питером. Только, знаете, в ее мини-варианте. То есть если в Питере прямо у нас такие вот эти старинные дворцы, да, которые были построены там, я не знаю, при Елизавете, там при Екатерине, да, вот эти вот, то здесь они большие, многоэтажные, то здесь они там 2-3 этажа, но архитектура очень похожа, вот прям очень. И поэтому, так как я люблю свой город, я люблю Питер, и для меня это, конечно, было нечто такое, ну, знаете, как... свой мини-дом, я бы так сказала. Я прям очень вдохновилась этим городом. Здесь еще такая атмосфера, такая вот, знаете, как вот реально как в Питере. Идешь по набережной и идешь как будто бы по Невскому проспекту. То есть где-то там художники какие-то рисуют, кто-то поет и так далее. Причем поют очень, кстати, классно. Я вот, ну, прям вот очень хорошо. Мне кажется, это даже, ну, может быть, какие-то артисты, я не знаю, немножко подрабатывают или что. Как и молодые люди, так и в возрасте. Очень классные песни и голос. И, в общем, ну, просто супер. И сама природа здесь, конечно, тоже незабываемая. Вот такое сочетание, оно просто... Вот реально, здесь идешь по набережной, как по Невскому проспекту. Вот почему-то такая ассоциация. Возможно, мы соскучились по дому, поэтому нам так и казалось. Но вот в Ялту я бы вернулась с огромным удовольствием. Ну, не только вообще, в принципе, попутешествовала бы по Крыму. Вот. В общем, морешко тут, вот такой пляж тоже, ну, центральный, можно сказать так, вот, и много отдыхающих, в общем, супер, вот такая вот здесь, это сосна, да, девочки, я, конечно, любитель цветов и всего остального, но не всегда во всем разбираюсь, но она так красиво лежала на этой набережной, вот видите, такие домики вот эти вот, буквально в 3 этажа, маленькие, ну вот прям реально, как вот у нас в Питере, я, вот такие дворики, вот эти вот, да, вот дома буквы П стоят, и вот, ну вот, ну, Питер и все, меня хоть убейте. В общем, очень классный город, нам очень понравился, и лично я с огромным удовольствием бы сюда вернулась. И здесь еще памятник Лесе Украинке, и за ним стоит домик. Я ничего не читала, никакую информацию про это, но вот этот домик, он, конечно, вообще обалденный, очень красивый, не знаю, чей он, ну, в общем... Просто очень красивый, вот и все. Ну, все, что я хочу сказать. Посмотрите, какая красота. Это же еще нужно сохранить. Так, ну и давайте покажу, конечно же, я в Крыму купила косметику. У меня, кстати, муж в Крыму купил вино. Ну, там, в основном на подарок. Там сестре я тоже бутылочку вина купила. А что еще привозить, да? Что вообще еще из отдыха привозить? Косметику, да, алкоголь. Все. В общем, у меня вот такой пакет. Я, кстати, даже еще ничего не пробовала. Видите, написано «Крым». На самом деле, наверное, нужно было найти какой-то магазинчик. Это в Ялте. Вообще, мне очень понравилось. Ялта – город вообще обалденный, очень красивый. Он по своему, знаете, такому состоянию очень похож на маленький Санкт-Петербург. Я не знаю почему, но вот прям вот душевный. Для меня душевный прям город. Очень понравился мне. Вот, ну и там на набережной были различные магазинчики, в том числе с крымской косметикой. Конечно же, я туда зашла и напокупала всякой ерунды. Ничего из этого еще не успела попробовать, ну просто покажу, возможно, кому-то будет это интересно. Во-первых, я себе взяла вот такие тканевые маски.
По-моему, все, что было, я взяла. Значит, на основе целебной грязи Сакского озера, омолаживающая, восстанавливающая, вот такая. Кстати, вот эту косметику крымскую можно на Вайлдберрис заказать. Я уже нашла, что ее можно заказать. Вот такую. Потом на маникюр не обращайте внимания. Я приехала, переделала. И, короче, потом ковырялась в огороде. И вы поняли, да? Так, вот такая еще масочка Aqua Biolis Lifting Effect. Дальше. Взяла вот такую. Даже я осталась цена 620 рублей. Но там была какая-то скидка. Ну, в общем, женщина мне какую-то скидку еще сделала. Я не поняла, какую, правда, может, и вообще не сделала. Я что-то вообще не поняла. Вот такая вот дневная маска для лица с сакской грязью и маслом черного тмина. Вообще вот с этой, вот эта грязь сакская, она очень, говорят, полезная для кожи. Так, дальше я взяла вот такая, кстати, косметика у меня была. Я где-то ее заказывала. Вот эта крымская роза, она очень хорошая. Но я что-то взяла только маску, потому что там мало что было на самом деле из именно вот этой крымской розы. Но на Вайлдберрис она подороже, чем вот там магазинчиков в Крыму непосредственно. Так что если кто-то едет в Крым, обязательно присмотритесь именно вот к этой. Крымская роза называется. Крымская роза, да, у них даже сайт есть, 1930 года косметику выпускают. Взяла лифтинг-масочку на основе гидролата розы. У них все на основе, по-моему, розы. И я у них еще взяла вот такой гидролат, розовую водичку вот такую вот. Ничего не пробовала из этого, девочки. Вот, все привезла. Лежала в пакете, ждала, когда я буду снимать. Также от марки Дом природы. Даже вот есть цена 350 рублей. Еще раз повторюсь, мне сделали какую-то скидку. Уптан называется. Это, короче, такой порошочек с розой и цветочной пыльцой. Он как скраб, его можно как маску, как умывашку, ну, что-то в этом духе. Вы поняли? Не пробовала еще тоже. Вот. Также я взяла бальзам для волос. Не знаю зачем, но решила попробовать. 490 рублей. Ценник еще есть. С грязью Сакского озера. Грязь это полезно. На самом деле я читала про эту грязь, она очень классная. Вообще мне девушка сказала, что там есть вот из этой же линейки для от выпадения волос, но шампунь типа очень хороший. Но я что-то не стала брать. Не знаю почему. Так, конечно же, взяла кусочек мыльца. Я еще брала мыло на подарок. Вот. Ну, вот это то, что мое осталось. Ну, вот когда я была в магазине, он почему-то пах вкуснее, мне так казалось. 300 рублей стоит натуральное мыло розовой нежности с розочкой. Ну, больше на хозяйственное мыло смакивает по аромату. Когда я была в магазине, я там нюхала, мне казалось, что так все вкусно пахнет. Ну, что-то да. Так, и вот эта марка, кстати, крымская роза. Мне девушка дала вот такие маленькие пробнички, тоже не пробовала. Ночной уход 55+, дневной уход 45+, ночной уход 45+, ночной уход 55+, и дневной уход 35+. Ну, в общем, вот такие пробнички дала. Вот и все мои покупки в Крыму. Вино и косметику. Вот, ну, вино я уже подарила. Сестре отвезла. И муж у меня тоже уже то, что брал на подарок. Ну, а что еще подарить? Да, ну, вино оно всегда пригодится. Даже люди, которые не пьют, там, с удовольствием принимают такой подарок. Так, а уже будучи сюда приехав, я решила, короче, не знаю, что у меня было такое боевое настроение. Я решила, помните, я все страдала, у меня нет мясорубки. Я решила, что нафиг все это. Я куплю себе мясорубку. Заказала на Озоне вот такую вот мясорубку. От марки Polaris. Вот такая вот. Читала отзывы, девочки, чтобы... Те мясорубки, короче, которые подешевле, они нагреваются. Я подумала, что это очень плохо, и решила взять вот такую. Девочки, перемолола один раз. Вот я саму мясорубку пока не буду показывать, потом с вами потом расскажу, потому что непонятно пока. Я перемолола один раз,
Ну, вот за один раз я сделала свиной фарш. У меня говядину, что я нигде не купила, не съездила, поэтому сделала только свиной фарш, буквально чуть-чуть. И сделала из филе бедра. Отлично перемолола, но у меня было чуть-чуть фарша. Поэтому сказать, что прям вот она идеальная, пока не могу. Потому что пока она у меня не проработала, вы поняли, да? То есть я хочу, чтобы она у меня прям поработала. Я вам скажу, крутая. Значит, здесь еще идет овощерезка. Для меня это важно, потому что когда делаешь заготовки, натереть ту же морковь, овощерезка, овощетерка. Нет, здесь написано овощерезка. Крупная терка, мелкая терка и терка для шинкования. Вот меня интересуют обычно вот эти вот терки. Шинковку я не использую, а вот эти вот терочки. Я вам ссылочку оставлю, заказала на Озон, и мне привезли домой. А вот эти вот терочки я использую, но я использую их раз в год, честно признаюсь. Когда вот делаю заготовки, там морковку натереть, свеклу и еще что-то такое, какие-то овощи сырые я натираю. Вот такая вот. Использовала, и то есть я еще терками не пользовалась. Использовала один раз, причем я сделала свиной фарш вот такой, с крупной вот такой. И, ну, из филе бедра куриного вот такой меленький. Ну, пока что мне понравилось. Пока что не перегрелась, ну, где-то маловато чуть-чуть совсем, знаете. Надо мясо закупить, надо съездить за мясом. Ну, некогда ехать за мясо, потому что надо и двор приводить в порядок, и то, и все. В общем, как всегда, девочки, дел куча. В общем, простите меня, пожалуйста, еще раз за то, что я пропала, ничего не сказала. Ну, некоторые из вас мне писали и поняли, что я просто ушла в отдых надолго. Но я, честно, от всей души каждый из вас желаю отдохнуть, неважно где, на море, не на море, вся на даче, вся в квартире, я не знаю где. Отдохнуть, знаете, всей душой. Вот мне прям не хватало вот этого. И горы, и какое-то путешествие. И это же меня просили там показать, Наталья, что вы готовите? Ничего не готовила. Не ходите в кафе. И все. И супер. Вот так вот я представляется. Ну, прям необходимо было. И знаете, сейчас вот я приехала, я с таким удовольствием занималась уборкой дома, готовкой. Как-то вот, знаете, вот прям вот с утра до вечера тут как пчелка что-то там шебуршила, и мне прям, вы знаете, прям вот прям крылья выросли. Надо отдыхать, правильно говорят. Вот. В общем, на сегодня я буду с вами прощаться. Я очень надеюсь, что вам понравилось такое видео. Я надеюсь, что вы рады снова меня видеть, что я снова вещаю. Вот. И еще раз желаю всем крепкого здоровья, желаю всем приятного отдыха, не забываем его отдыха, неважно, где вы отдыхаете. Всего-всего самого наилучшего, всех люблю, целую, до новых встреч!